Здравствуйте, это канал «Есть мнение Стас Н», и сегодня мы будем заниматься самолечением благодаря ингалятору BVIL-WN117. Распаковка, рассказ, как работает. Вот написано: разумная цена для детей и взрослых, подходит для всех лекарств. Распаковочка. В комплекте у нас идут взрослая маска, насадка, детская маска и распылитель. Также у нас идет шланг и сам компрессор. В комплекте инструкция. Компрессор представляет из себя банальный компрессор от аквариума. Симпатичный, красивый, из добротного пластика. Имеется фильтрующий элемент. Фильтр у нас является поролон, который там в комплекте 3 или 4 штучки есть. Все это легко меняется, замещается. Можно просто другой поролон вырезать. Типа фильтрует воздух. Так. Для того, чтобы воспользоваться, необходимо соединить компрессор посредством шланга с распылителем. В распылитель у нас заливается лекарство. Сейчас все покажу. Компрессор работает, конечно, громко. Включаем компрессор. Вот его звук. Так, как производится лечение? Для того, чтобы произвести ингаляцию, нам необходим физраствор. Для лечения мы применяли 2 мл физраствора. У нас 2-летний ребенок простыл, и для его лечения был приобретен данный ингалятор. Так, 2 мл физраствора и 2 мл амбробенда применяли. Шприцом высасываем физраствор, сюда вот заливаем. Также заливаем сюда 2 кубика амбробена. Потом одевается детская маска и производится ингаляция. Можно придерживать рукой ребенку, можно сделать, тут есть крепежи для резинки. Но у нас ребенок сам держит, он просто сидит, держит, дышит и смотрит мультфильмы. Как происходит сама ингаляция? Сейчас все увидите сами. Отсюда пойдет пар. Но пар холодный, не обжигает. Некоторые ребята боятся, но наш сын ничего не боится. Включаем. Все. Пошел пар. Видно? Он не горячий, это просто водяной пар. Он слегка прохладный. Одевается маска. И здесь есть отверстие для дыхания. И банально сейчас вдыхаешь, выдыхаешь, вдыхаешь, выдыхаешь. Идет лечение. Выздоровление ребенка происходит быстро и безболезненно. Вещь очень полезная. Советую прикупить. Ну или взять у знакомых. Хотя аппарат и громкий, но терпимо. Все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не болейте. До свидания.